Доброе утро. Начинаю утро с красоты. Смотрите, какая красота. Это сказка. Это просто сказка. Доброе утро. Мои начали просыпаться. Иван приехал. Время 8:30. Папа приехал домой, а еще он увез Снежану. Снежана на тренировке. Теперь переверну. Это наш бассейн. На улице опять жара. Переверну, чтобы не себя показывать, а свою красоту, своих лебедей. То есть вот так вот у нас села на яйца вторая уточка. Это вот гуси, которым месяц будет. Месяц, наверное, есть уже. А вот этим 15 числа большим будет 2. То есть такие они вообще. Ну, эти вот они. Да, на меня такая реакция. Ну, а я собрала яйца. У нас по пятницам дедушки и бабушки день. Мы собираем и им уносим. Угощаем. Выделили им свой день. Ну, а Ивану скоро убегать. Пока дома занимается ремонтом. Начал, сразу прилетел. Даже кофе сегодня еще не пил. Там на заднем плане работает. А я хочу еще одну красоту показать. Ну, а сначала, конечно, я покажу свои розы красивые. Надо по... Ой, какой здесь запах стоит, вы просто не представляете. Надо розы, которые отцвели, надо обрезать. Я хочу вам показать еще одну красоту. Нет, не картошку с капустой. Картошка, капуста, огурцы. Все стоит, все живое. Я хочу вам показать вот это сооружение. 4 дня назад мы купили такую неземную птицу, которой 17 числа будет месяц. Индюшата. 10 индюшат взяли. Мы раньше сами выводили из яиц, а в этот раз купили. Купили, получается, ну, уже 17 числа месяц будет, по 250 рублей штучка. Подрощенных взяли. Птица увеличивается. С каждым днем растет и растет. Уже даже считать страшно. Размножается разным способом. Яйцо отдала бабушке с дедушкой. И тут мои... Ой, они, я только открываю, они все вываливаются. Это мои бройлеры. Это мои бройлеры. Уже такие тяжелые они. Ну, получается, им... Они как утята, им тоже месяц. Мы их в один день покупали. И по возрасту они одинаковые были. Такие. Вот так вот, когда прихожу их выгуливать, чуть-чуть открываю, они чуть-чуть ходят. В день сколько раз захожу, столько раз и ходят.
их уже скоро убирать. Уже тяжелые. Загнала бройлерных курочек. Да. Вот такое сооружение. С этой стороны стоит шиферина, клеенка. В общем, вот такое сооружение для того, чтобы вырастить. Дело в том, что индюшата очень боятся ветра, сквозняков. Так вот они у меня там в траве, в переносной клетке. Эта клетка переносится, когда травка съедается. И... О, кто-то картошку выкопал. О, ничего себе. Рыли так, что аж вырыли картошку. Картошка уже отцвела, поэтому уже скоро будем подкапывать. И снова вот эта красота. Ох, еще бы запах вам. Моника ненавидит пчел. Ох, еще бы запах вам передать. У меня получается нету вообще... Мы когда переехали, здесь не было ни одной розочки. У меня получается нету белых. У меня вот такие вот... Такой цвет... Такой цвет, такой, такой, а беленьких нет вообще. Ну и чем я еще занималась эти дни? В общем, меня, видать, заклинило на огурцах. Я еще сделала, тогда я сделала 21 баночку огурчиков. Еще сделала 9 трехлитровых баночек, это получилось 40, а 30 у меня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 35 таких разнокалиберных баночек, маленьких, так, когда-то доставать. И мы уже одну банку огурчиков открыли, сейчас я достану из нее. И мы уже одну банку огурчиков открыли, но не нужда была открыть, а... Просто почему-то подтекала крышечка. Они интересные, такие мягкие, но они вкусные-вкусные. Все, кто пробует. Я хотела вот эти делать, огурчики другие. Но Иван говорит, нет. Угу. Делать такие же. Потому что они кисло-сладкие, вкусные. В магазине теперь такие не продают. В магазине купишь. Но все равно невкусно. Эти прям такие кисленько-сладкие. Вкусные-вкусные. У нас тут дети в школу играют. Мама с ними играет. Мама учитель. Детки занимаются. Ну надо, иначе программа совсем отстанет. Поэтому мы занимаемся. Огурчики вкусные. Очень. Идет кормежка вечерняя. Рано, поздно вспомнили. Там у нас малыши кушают, маленькие гусята. Гусят уже покормили, уточек уже покормили. А я, как вы думаете, чем занимаюсь? Я поливаю траву. Мы покосили здесь, и надо, чтобы росла трава теперь для скотинки. Поэтому я уже какой вечер подряд поливаю траву. Дети все сидят, смотри. Всех покормили, уже все наелись. И курицы ели. Все. Это здоровые гуси едят. А куры хитрые, поели. Они все посъели, повыкливали. Поели и пошли спать, все. Это здоровые гуси едят. Я начинала сегодня ролик. Это уточка. Но они покушали уже. Утята маленькие. Вот они бегают. С мамкой. Вон мамка. Вон они какие крохи. Что-то там тоже выбирают.
Почти все куры легли. Траву поливаем. Только мы, наверное, выращиваем траву. Да. Огромная экономия. Ой, малыши перебегают. Темно, но у нас же папа повесил еще вот такую веревку. Канат. Купили такой канат. Папа его прикрутил. И вот дети, помимо того, что канат для малышей высоко, для... Оп, оп, оп. Я выбирался. Такой вот канат. Папа купил в магазине. Да. Папа тогда купил в магазине это. Максим хочет теперь. Максим теперь хочет. Ну, давай. Это с ним надо, мама, делать канатом это. Оп. Это молодец. Зато руки какие крепкие. Вот папа вот молодец придумал. Сейчас, Василиса, теперь ты уже делала, теперь Анюта. А, Анюта. Слушай, Анюта, в Африке живут не твои родственники. На пальма, на лианах там катаются. Не твои, дочка? Покормили животных, покормили птицу, бройлеров покормили, индюков покормили, вернулись домой. Мы только приехали, ездили везде. И закупки. Я вот сейчас смотрю на эти закупки, плакать охота. Вот тут на столе без вот этого 12 с копейками тысяч. И вот это 1300. То есть это просто караул вообще. Какие цены, сколько всего. Собираем вот этих двух маленьких девочек в лагерь, заказывала вещи, сегодня вернулся заказ. Девочка номер один. Девочка номер два. Да. Собираются в лагерь на 20 дней, поэтому... Ну, что купили? У нас Анюта получилась более раздетой, у нее почти ничего нет. Анюта растет со скоростью ветра, причем очень шквального. А у Снежанки оказалось вещей побольше, потому что ей, вот, ей даже форму в этот раз покупать не надо, потому что ей еще и Анютина достанется. Ну, купили 7 пар трусиков. Трусики есть, но взяли новенькие, еще девочка маленьким. 7 пар распаковывать не буду. Это Анютины. Сначала показываю, что для Анюты купила. Купили такие шортики. Симпатичные. Такие штанишки симпатичные. Такие штанишки. Арбузики симпатичные. Заказывали еще 2 пары шортов, вернули. Что размер заказывала вообще в этот раз. И тут резинки, тут даже заказала Снежаны тоже 2 пары таких бриджиков. Даже Снежаны на Анюты большие вернула. Буду резиночку вставлять здесь. Чуть-чуть широковато. Это Анютина. А, вот Анютины шортики еще. Тоже придется чуть-чуть резиночки вставлять. Это Анюте. Это у Анюты, у Снежаны у нас теперь куча купальников. У Анюты ни одного, но мы заказали вот такой купальник прекрасный. Такой. Это кошка. Кошечка, да. Такой купальничек как раз ей, как раз всю неделю. Мы померили, нигде ничего не давит, да? Да. Это Анютина. Пошли Анютины футболки. Раз. Я уже кого? Костю, да, так собирала в лагерь. Приехал со старьем. Но девочки должны знать свои вещи. Да. Они понимают, что это их вещи. Ну, придется еще и подписывать. Анютина, раз. Это моточка. Это два. Жужа. А мы пакетики положим? Анюткина футболка. Я вам буду, знаете, девочки, я вам буду шортики. Ну, я... Она так... Так. И еще Анюткина. Такую Снежанки тоже заказала, только светлую. Снежана темная, но она еще не пришла. Еще Максиму 2 футболки не пришло. Так. Это миленькая. Да, это тоже Анютина. С большими глазами. И вот еще Анютина, последняя. Все. Это Анютина. Я. Так, это тоже Снежанина, это Снежанина, тоже 7 пар трусиков, но они не были так упакованы красиво, на размер меньше, но они что-то такие же, ну, Снежанина, не буду их показывать, нижнее белье, это Снежкина, так, это Снежане шортики,
Раз. Это Снежане шортики. Два. У Снежаны. Это Снежане кофточка. Обычная. Кофта обычная. Это кофточка с киской. И такая обычная футболочка. Тоже Снежки в садике бегать. Садики? Так, в садике. Вот, нормально. В лагере. В лагере. И вот такая Жужа. С Жужиком. Жужик у нас была собачка. Снежанки, она прям как раз. Также взяли Максиму плавательные нижнее белье. И три футболочки Максиму. Вот такая синенькая. Еще серенькая не пришла. Красненькая. Красненькая. И желтенькая. Вот эти трусики Хаггис ночные, две упаковки. Мне они очень нравятся. Шестерка с 15 по 25. Памперсы это, да. И Ване в саде купили машины. Это моделька такая. Полностью открывается. Я хочу ее посмотреть. Там багажник открывается. Полностью. Я когда комментарий читала, когда заказывали машину, решили с Иваном заказать. Читали комментарии, там одна пишет, я бабушка, мне понравилось, бабушке понравилось. Все, это моделька, ее надо откручивать, такая машина. Все открывается. Да, и багажник даже. Да. Угу. О! Поет! Сигналка сработала. Ты будешь брать с собой в садик эти машинки по одной. Еще одна. Самая красивая, самая она большая. Она очень дорого в реальной жизни стоит. В реальной жизни? Да ты че. Денег у нас даже не хватит. На такую машину большую. Я смотрю, а вот это как вот. Такую мама заказывала, папа не сел заказывать, мама заказывала, поэтому заказала, багажник, что маме нравится. Багажник тоже открывается. В общем. Даже багажник открывается. И вот этот. Такая тяжелая такая машина, хорошая. Ваня, садик. Мам, дай мне. Дайте мне. Мама заказала. А вот эта штука тоже открывается? Похоже. Где-то срабатывает еще. Даже сзади фары горят. Ну, хорошая. Ну, вот такие мы сегодня сделали закупки ребятишкам. Собираем в лагерь. Поэтому дети довольны приехали. Я не очень, потому что что-то ничего и нету. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что заходите к нам на канал. Спасибо, что вместе с нами собираете детей в лагерь. У Ульяны уже так сумка собранная стоит почти, да? Угу. Да, поэтому... А мы в пакетике? Ну, прям тоже сумки будем собирать. Ваши вещи только вон. Я попросила Ульяну, чтобы она достала все, что у нас дома есть. Будем собирать. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Ваня, смотри, пожалуйста.